Кружки дополнительного образования и спортивные секции в Ленске снова перешли на дистанционный режим из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Сегодня прививку от гриппа сделали 54% детей, пока ограничение продлится по 8 декабря. В СРГ на дистанционку перевели учеников с 1 по 5 класс. Дошкольники и старшеклассники занимаются очно. Спортивные секции закрылись для всех школьников. Сейчас тренеры готовят планы для занятий дома на 30-40 минут. Подготовка в дистанционном формате включает в себя в основном упражнения на общую физическую подготовку и специальную физическую подготовку, также имитация некоторых технических элементов. Затем, после окончания определенного периода, как правило, мезоцикла, который длится 7-10 дней, проводятся контрольные тесты, которые записываются, если дистанционный формат продолжается, записывается на видео и оценивается тренером также в дистанционном формате. Посещать уроки дистанционно предстоит и ученикам первых, пятых классов, первой, второй, третьей и четвертой школах. На карантин уйдут группы в детских садах, где более 20% воспитанников заболели ОРВИ.